Золотых Сергей Иванович родился 25 января 1917 года в селе Промысловка Астраханской губернии в крестьянской семье. В боях Великой Отечественной войны начал участвовать с ноября 1941 года. Золотых Сергей Иванович во время боев возле Горячего Ключа с группой солдат внезапно ударил по противнику с тыла, чем обеспечил успех операции. Во время этого боя был ранен в голову. 12 сентября 1944 года награжден Орденом Славы 3-й степени. В одном из боев обошел противника с группой автоматчиков и атаковал его с тыла. В этом бою лично уничтожил 5 немецких военнослужащих. За эту операцию награжден Орденом Красной Звезды. В боях с 5 по 12 декабря 1944 года уничтожил 14 солдат противника. Боеприпасы и оружие захватил в плен 4 языка, 2 телефонных аппарата и важные документы. За эти бои Золотых Сергей Иванович был награжден Орденом Отечественной войны 1-й степени. Умер он 2 марта 2002 года, но остается жить в памяти потомков.